Мы сегодня запустили такой опрос. Насколько вы считаете, в Николаевской области востребован бизнесом консалтинг? Угу. И получили, что рынок развит недостаточно слабо. Консультантам еще не так верят, доверяют, как нам бы хотелось. И в этом смысле очень много нужно сделать нам. И для рынка, местного рынка, это есть куда расти, и в этой профессии можно там, сделать себе карьеру, заработать, потому что здесь сейчас очень хорошие возможности. Я разумею. Да, значит, ну, смотрите, действительно, несколько аспектов. Вот мы с прошлого года, понимая, что фактически спрос существует, но вот действительно для того, чтобы побороть вот это где-то недоверие, где-то непонимание, а как же доверить, извините, инсайдерскую информацию о своем бизнесе внешнему специалисту, да? Вот как поверить в то, что действительно это поможет. И, как правило, это услуги, которые не дешевые, то есть качественный консалтинг, он не бывает дешевым, потому что это высокая профессиональная квалификация. Для этого вот мы и проводим такие мероприятия, где, во-первых, позволяем бизнесу встретиться с консультантами, во-вторых, консультантам стать более профессиональными, объединить усилия для того, чтобы, скажем так, вот этот вот барьер недоверия лучше преодолевался, а главное, компании, которые воспользуются этим, могли рассказать о том, как они стали более конкурентоспособны.